Привет всем, у нас сегодня отличная погода. Аномалия. Какое сегодня число? 29? 31. 31. 31 марта. Считай, что апрель. Температура вот в шортиках. Влад. 21 градус, да, тепла. Крутяк. 30 градусов. Но на солнце вообще 30. Компьютер показывает. Едем сейчас первый этап налегке, километров 20 проедем, а там посмотрим, может, где-то будем ускоряться. В планах проехать километров 50-70, но по самочувствию будет видно. Я тоже так одел линзу летнюю. О, красавчик вообще. Темнеет уже позже, можно катать дольше. Что, готовы? Молчать все. Что, я думаю, все приехали, там Вадим едет. Может, так постоим. Или пойдем покушаем, да? Все отметились на видео. Так, там еще один человек нас будет ждать под мостом. Опять ты со своими биткоинами? Как они мне надоели, биткоины, биткоины. Все, поехали. Ах, почему, почему, почему был светофор зеленый? Итак, полегке, километров 20 проедем. И потом 50 планировал. Ну посмотрим. Я тут против ветра еле доехал. А мы по ветру, нам в спину будет. Один минус сегодня, это ветерок немножко дует. Но ветер теплый. Человек 10 нас собралось. Да, туда поедем, но надо Артема дождаться. Артем есть, приехал. Сегодня не только МТБ это грал, да? Ну сегодня такая легенькая будет. Сильно песков не должно быть. Тропиночки нормально будут. Да. Ну, новичок, пора вставать. Да. Что это за место? Давайте, я вас ехал снимать. Через руль перелетел. А два это один маленький и один маленький. Нам один большой нужен. Ты что? Давай. Что такое произошло? А колесо попало в этот. Короче, неудачно. Я дальше не поеду. Нормально все. Давай по тропинке. Аккуратно там, да. Шажочек. Да, да, да. Тут тоже деревьев наломало после зимы. Но тут еще убрали тропинок, это хорошо. Едем, пока сильно не давим на педальки. Так, легким темпом. Чуть-чуть ускоряясь, немножко потом отдыхая. Вадим немножко сбился, так уверенно ехал,
Давай, поднимешься на лестнице, нет? Ух ты. Так, тормозим, ждем остальных. Красава. Надо было, Артём, как мы, вот по лесенке, не? Да, я не видел просто заезда. Там впереди через километров 5 будет магазинчик, еще кому надо зайдем. И полупим на Красный двор туда. Там тоже поля такие, грунтовки. Жара апрель, можно сказать. Поют жара мая, а у нас жара апрель. Здрасте. Надо было мне без кофты в майке ехать. Кто-то я морознул. Конь, да? Два коня на фоне видео. Кирилл и конь. Нет, тут больше. Нет, там больше. Там еще Влад. Ну и ты со штатами. И фиксерные. Спасибо, спасибо. Да, или фиксерные. Шикарно. Погода сегодня, блин, вообще. Погода класс. Даже снял подшлемник, но все равно. Кофта как бы жарко мне. Но вечером чуть-чуть будет пониже температура. Но едем, кайфуем. Кто у нас в чем? Кто в коротком, кто в длинном? Конечно, непривычно. Да, плюс 22 градуса. Под медленным временем мне косяк не Машина! Ждем, ждем. Давай, давай. Я очкую в таких ехать. Делай то, что должен. Не ссы.
Да, МТБшники, ё-моё! Скажи, во, нормальный спуск, скажи, да? Так я же говорю, как-то раскодировался, да? Налево. Ты едь, я подожду остальных. Что, опять ветка? Я уже думал, ты дропать будешь, так Вадим сосредоточенно подъехал. Так, дела затяжное. Потихоньку наша группка раскололась. Влад тоже домой поехал, накатался. Он вчера хорошо катнул. Ну, мы так по возможности поедем. Посмотрим, на сколько километров нас хватит. Темп чуть повыше уже, где-то 25 едем километров в час. Пульс где-то у меня 150-160 в этих пределах. Ветер пока не мешает. Но уже не так жарко. Уже я не жалею, что я в длинном. 20 градусов уже немножко можно будет опускаться. Температура. Такая тропинка тоже красивая. О, поймал. Но я уже слышу. О, и накрутило. Смотрите. Надо сразу останавливаться, а то накручивает и хана. Тогда вы вращаете барабан. Назад размотается. Она, главное не рвать, правильно, Артём? Она не сильно застряла, это лайтович. Чуть назад рвало и похуже. Что ж у тебя чистая может... цепь была почти? Ну масло. Почти. Ну, масло. Сухая, потому что если была бы смазанная чисто. Что-то я подустал. Проехали всего лишь 30 километров. А мне уже не крутятся педали. Наверное, плохо поел. Половинка халвы съел. И все. Пульс 160. Скорость 25-24. Как-то так едется. Все, приехали. Там 80 километров. Ну, хотя бы. Там ехать. До Минска еще допереться надо. Так что я еще в раздумьях. Да, да. Позвал ребят на шашлык, но как всегда обманул. Кругом обман, кругом обман. Уйду в туман, уйду в туман. Места есть, шашлыка нету. Игорь, сколько осталось? Много еще, Вадим, много. Смотрите, у нас листики уже, 31 марта, птички, запах весны вообще класс. Запах весной, весной. Ветерем отбой, отбой. Красота, пройду в лес немножко. Все зеленеет, сейчас начинает, по крайней мере. Цветы какие-то лесные там. Все просыпается, птицы вовсю. Только мы такие шумные приехали. Ну, я думал, просто есть. А подписан, короче, на одного тряпка. Тут прохладно летом. Иногда сюда заезжаем. Немножко отдышаться. Красивый зеленый коридор уже. Ап, опять. Ап, что? Хочется лета уже. Ну, еще весна у нас. До лета 2 месяца.
подъемчик небольшой. О, не переключился заранее. Ну, осилил ходом. Так, аккуратно там спускаемся и поворот. Должен быть резкий. Вот он, опасненько. Хорошо, что хоть деревья попилили, повирали. Это радует. Скоростная тропиночка. Внимание, берите камеру, не 50. Хочу немножко проехать. Дима, наверное, помешает. Дима, в сторону! Все равно от меня не уйдешь. Давай, давай, давай! ЗГ! Жми, жми! Все. Пульс 182. Скорость была выше 30. 36-35. Наверное, мало. Так, проехали 46. Сейчас до крепости доедем. 50 с копейками будет. Еда закончилась, кушать уже хочется. Сейчас останавливались. Съел мороженое, воды купил. Полегче стало. Пульс упал. Ну, сейчас тут осталось чуть-чуть. Километров 10-15 до дома. Сейчас прокатимся и все, и домой отдыхать. Доедем. Летим домой! Вместе проехали. Да. Скорость 36. Все, мы уже в крепости. Последняя наша такая точка. И там уже будем рассыпаться по домам. А мы уже заканчиваем покатушку. Скажу заранее спасибо за просмотр. За комментарии, кто пишет. Всем пока. Ну все, у нас прямая домой. Сколько на моих? 60 на моем компьютере. Сейчас по экотропе километров 8. Пульс 170 у меня. Чуть-чуть жахнули тут по скорости. Спасибо Кириллу. Кирилл. Да чего я? Давай за покатушку. За покатушку? Доехали. Еще... Ты в следующий раз не опаздываешь? Раз. Мой Вадим, мой верный друг, давай, товарищ, давай. Да. А не, не надо. Спасибо. Все, мы домой. Спортсмены не пьют кофе.